Посмотрите еще раз. Всю атаку. Все. Казалось бы, закончен эпизод. Посмотрите, как бежит Бейл. Как будто включили перемотку только у Бейла. И он стал двигаться быстрее, чем все. И вот это отчаяние Бартра и ликование Бейла. Валар Маргулис. Валар Дехаэрис. 2-1. Реал вырывается вперед. Он, конечно, изумительно все здесь сделал.